Так, всем доброго утра, друзья. Это третий день сплава. Сегодня у нас дневка, сегодня мы здесь, на этом месте и останемся. Будем рыбачить, загорать, купаться, радоваться жизни. Я сейчас в двух куртках, в двух штанах. Ребята, он отдыхает, всем хорошо. 8 утра, банька вчера была. Не знаю, в кадр попало, нет, по-моему, ничего не попало в кадр, насколько я помню. Ну, сегодня попадет. Так бывает, друзья. Ну, зато сабы попали, да? Ну, Ванька уже готовится к приему пищи. Ну, что, Вань, чайку? Михаил. Как настроение? Прекрасно. Да, дойти на остров. Там берег. Угу. А, погулять просто? Погоди, посмотреть. Фу, все, надо раздеваться, уже тепло. Хорошо. Так, ну что, каковы итоги вчерашней рыбалки, Вань? На спиннинге. Да, красивые. Жарим? Коптим. Коптим. Мало соли. Сейчас будет много соли. А, так у тебя есть коптипакет. Мало соли? Или много соли? Мало. Сейчас про этот попробую, сейчас пройдет. А, в том году коптили этого, карпа какого-то. Ну, что-то он не вышел. Чебаков. Какого-то просили. Большого коптили, нет? Нет, мы не согласился. Потому что он бы не прокоптился. Ну, вот сердце. Почему не прокоптился? Ну, он прокоптится, ну, не знаю. Угу. Знаете, бодрее будет. Меня кто-то угощал копченый. Не, ну, вчера вот мы. Ну, это он копченый, да? Холодного. Ну, А у нас, лишь горячего. Ну, горячего, да, когда там в этой каше возишься. Ну. А пестархоз? Не, мы же горячее копчение. Мы там еще. Ну сейчас прикинь, под красное вино, харю. Это как аристократы так не живут. Только дегенераты. А что, та рыба уже не заходит? У тебя головы лежат в кастрюле. О, да. И сколько часов будет коптиться? Ну час. Так вот это тоже загружай. Тоже загружай туда. Балтийский шпрот. Забрось туда шпроты тоже. И дров подкинуть надо, да? Утро начинает проявляться. Грибочки открыли. Утро начинает появляться, быть добрым. А, уха сегодня по 1165 рублей. Смотрите, какая вода. Вода. Мишеньку поставили. Сейчас будет соревнование у нас по стрельбе в тапок. Попадать начала? Так я и говорю, что все классно. Это просто сбитый прицел был. Это как мы первый раз-то попали, непонятно. Значит, первый раз мы вообще кутеля постреляли. Мы попали по два раза, да? Да, да, да. Есть. В банку? Да. Все настроено. Пошла морковочка. Опять пошла морковочка. Варим. Еще морковочка. Варим морковочку. Не пробовал все свалить? Анатолич. Степан. Давай уже. Тимофей. Александр. Дайте мне интернет, а? Дайте шуму. Все, Вань, ты долго. Ты макаревич. Че пьешь? Мед. Холодное копчение. О, опять я тьма. Еще не готово. Че, прям так будете? Не на деревяху? Это ж усиленно. Попкорн копченый. Разрезай. Вообще, да, у нас все готовится, все. Здорово, мужики! Откуда идете? А мы с Турачака.
Я вон туда пойду, в этот, в Амуток кататься. Ну все, в Бийске увидимся. Собственно, друзья, это и есть катание на сабе сидя. То есть сейчас плот находится на струе, а я легко до него дойду, имея только всего лишь весло. Ну, может быть, весло однолопастное, может быть, двухлопастное. Мне удобно с двухлопастным. Вот и вся развлекуха, друзья, но она такая классная. То есть управляешь как сноубордом. Куда хочешь, туда идешь. Сейчас скидки у них, цены вообще вкуснейшие на сайте Hyper. А где? Hyper, я тебе ссылку под видео оставлю, посмотришь. Hyper? Hyper. Они мне, кстати, прислали офигенный проектор для кинотеатра домашнего. Хорошая фирма. Мне очень понравилось. Hyper. Да. Они... Смотри. Что за фирма, Гриш? Hyper. Мы как будто ему денег должны, смотри. Не, нафиг. Уходим. Нафиг. Уходим. Ваня, табань, табань. Табань, не надо веслом по земле. Табань просто. Все, табань, табань, разворачивайся. Поехали. Hyper, Hyper. Hyper. Вань, ты как-то неправильно гребешь. На абордаж! Прикиньте, два вот таких весла поставить. А-ха! Ну, Hyper, Hyper, ну, Hyper. А у тебя как называется? Hyper? Вань, мель, 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 мель. Пойдемте по реке катанем, а? Давай перекинемся на реку. Че, понеслись? Сейчас к плоту подойдем, ты не старайся к нему причалиться. Зайдем за стрежень в уловку, оттуда уже стартанем пешком. Потому что размотаться можно в раз, тем более с незнанки. Но к ноге обязательно пристегивайся. Он просто, когда с тебя выпадывает, он прям стреляет пулей от тебя. Нам-то, Ваня, с тобой поглубже идти придется. Вон туда, за кусты нам с тобой. У нас плавнички. О, нет, смотри, нормально уже вроде, да? Все, вот за кустами, Вань. Темная вода. Все, двумя ногами хоп. И ты дома, понял? Так, давай не будем далеко разгоняться. Нет. Так, ты нас не штрафуй. Деревенский собор. Нельма. Детенку взял. Здорово, городские! Хорошо у тебя тут, братец. Что мы делаем для хранения сабов? Мы их стравливаем. На жаре просто их может повести. Удобно разжигать костер очень.
Так, все, друзья, вечер, смеркалось. Ну, вот такой у нас день сегодня. У нас каждый день вот такой теперь. Быстрый, пролетающий. Сейчас пойдем посмотрим, чем остров дышит. И Миша у нас ушел рыбачить со спиннингом. Сейчас его найдем. Сейчас покажу вам. На том берегу мы же оставили мишень. Стреляли. А еще, знаете, чем интересен сегодняшний выпуск? Очень много завалов разных сейчас. И валяется все. Начиная от бань. Ну, у нас же было полноводье. Смыло бани, смыло домики там всякие. Короче, в тапок один прилет. Ты тоже, Вань, снимаешь, да, блог? А у тебя что за канал? CNN, смотри, какие пулевые отверстия. Смотри, сними, сними, сними. Смотрите, какие. Сними, Вань. Слышали? Так, ребят, подписывайтесь на канал. Блин, вообще. Я вижу, что мы шмалили по ним, просто не слышали, потому что она мягкая. Сквозные. Стой. Вань, сними хорошенько по кругу. Пробивало, смотрите как. Это еще Ваня коптер не запускал. Рус, для тебя снимаю, смотри. Как пробили все это. Это что за моделька? Как стабилизация? Да это Сонька. GoPro! Последняя модель. Кстати, сейчас покажу вам кадр, когда Ваня в том году снимал на стакан. GoPro 13. Вань, ты неправильно снимаешь. Надо ракурс вот так делай. Ты против света будет плохой. Вань, на меня закинь, чтобы видно, что же было. Против света не снимай. Это называется контражур. Вот так хорошо. Что там контражур такой? Контражур — это когда против света. Контражор. Миха! Выходи! Ты чё, новая камера? GoPro 13. Сейчас надо завалы прям рассматривать. Вот тут я нашел сегодня баню. И этот тапок там нашел. А мы там труп нашли. Ну не ври ты. Овечки. А, овечки? А где, где, да? Вон прямо там. А, на том берегу? А на том берегу. Труп овечки лежит. Нашел. А на том берегу. Вот смотри, еще один завал. Давай посмотрим, что там. Уважаемые мои кладоискатели, мы же с собой еще магнит взяли поисковой. Я вам покажу это завтра, когда к мосту подойдем к какому-нибудь. Так, ну здесь не видно ничего человеческого, да? Ну вон какой-то пластик, он есть, а так. Сегодня поиски были какие? Нашли сланец. Нашли палку эту для валик, да, на удлинителе. Вон доски, 50-ка. Это же все строения были какие-то. Машина. Вон, смотри, Вань, вон там вообще можно дом найти целый. Пойдем туда. Смогонка. Открой, 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 врубим спирт. Давай залпом. Правда спирт? Ну что? Рассол. Да вода. Да вода. Смотри, какая красота. Вань, нападай с копьем. Гриша, Гриш. По-братски, это тебе. Надо забрать это. Да что, с Алтая подарок. Не выбрасывай. Вон, смотри, красное что-то. Черепная коробка шахтера. Да от кокоса. Братан, одевай каску, пойдем спасать. Ты сейчас полушахтер. Вот это кипон. Вижу, ты кипон потерял. Как минимум для внутреннего юмора у меня контент есть. Видите? Плексиглас, стекловолокно. Тебя берет алюминий? О, алюминька, алюминька, бери с собой. Вань, по-моему, тут глубоко. Все, с легким паром, банька супер. Вообще сегодня, короче, бомба.